Когда утихнет гром последних орудий, и аэропланы начертают в небесах слово «мир» на всех языках, когда не вернется домой такое множество дорогих и любимых, когда миллионы людей возвратятся не в дома, а на пепелище, и, оглядываясь, не узнают ни улиц, ни сел, ни городов своих, и не найдут уже никогда тех, к кому стремились их сердца, тогда только увидит человечество, какой страшный путь оно прошло, в какую бездну неописуемых страданий, нищеты, горя и безвозвратных потерь вергнул его подлый атаман немецкого воинствующего империализма Гитлер. И, оглядываясь по сторонам среди развалин, крови, дыма и бесчисленных потерь, вспомнят народы, как повергались перед фашистами государства Европы, как распадались демократия, культуры, как ужас и мрак отчаяния парализовали Европу, как проходили по ней голубоглазые двуногие скоты из гитлеровской немеччины. Содрогались города, народы. Германия мерзавцев стала железным сапогом действительно Югералис. Плачет освобожденный из немецкой неволи город Купинск, оплакивает жертвы немецких зверств. Сколько таких городов, сколько страшных ям на обездоленной украинской земле. Вот освобожденный Донбасс. Обнажите головы, современники великих битв. Это наши дети и жены, отцы и матери. Их убили фашисты. Вот они, гитлеровские мерзавцы! Вот он, позор человечества! Смотрите, ненавидьте, презирайте проклятых убийц наших детей, растлителей наших сестер! Не забывайте и не прощайте ни одной материнской слезы! В огне Украина! Огне. Благословен той день і час, коли прослалась килимами земля, яку сходив Тарас малими босими ногами,
земля, яку скропив Тарас дрібними росами сльозами. Благословенна в болях ран степів широчина бездонна, що як зелений океан тече круг білого Херсона, що свій дівочий гнучий стан до Дніпрового тулить вона. Благословенна ти в віках, як сонце наше благовісне, як віщий білокрилий птах, печаль і радість наша пісне, що мужність будеш у серцях, коли над краєм хмара висне. Несказанно прекрасной была Украина перед войной, и никогда, сколько свет стоит, не была она такой богатой и пышной, такой невиданно прекрасной, как в то лето. Кто забудет удивительные жита наши, наши пшеницы, все наши колхозные широкие просторы, зреющие богатейшими плодами труда работящих людей наших. Все, что было с такой любовью и талантом посеяно, посажено, полито, все, что могло расти, цвести, плодоносить и радовать человеческую душу, все пело славу народа. И запорожские степи, и карпатские горы, и Днепр, и Буг, и Днестр, и Тихий Дунай. За годы советской власти Украина из страны натурального сельского хозяйства превратилась в передовую страну хлебных культур и могущественной передовой индустрии. Один только украинский завод имени Дзержинского выплавлял стали и чугуна в год больше, чем все заводы Польши. Три сталинских пятилетки, как три славные исторические победы, выдвинули из народных масс, вырастили многочисленные кадры передовых людей во всех решительно областях народного хозяйства. Молодая советская Украина шла вперед, как победительница в самом благородном человеческом состязании, социалистическом труде. Труд стал делом доблести и геройства. Стахановцы, которыми гордилась вся советская страна, впервые появились на Украине. Следующая пятилетка подняла бы экономическую и духовную мощь страны до высоты необычайной. Украина была любимой сестрой братских республик. Весь советский народ распевал ее прекрасные песни и называли ее люди цветущей солнечной Украиной.
Старый Львов. За годы советской власти произошло величайшее событие в жизни украинского народа. Впервые за всю свою историю воссоединился он в единой державе. Долгие столетия жил украинский народ в Европе, расщепленный, разделенный, в силу различных международных конъюнктур. Шесть веков сталкивали его на полях сражений под разными знаменами – австрийскими, венгерскими, польскими. Но жива душа народная. Прошумели столетия, и нашу народную правду поднял из гроба Сталин. Исполнилась многовековая мечта украинского народа. Кто это забыл? Разве незабываемое можно забыть? Нет, не забудем никогда. Вот родной наш Киев, тысячелетний памятник нашего бытия. Много сложных чувств и воспоминаний о самом дорогом, что только есть у человека, о сердце Родины, о жизни и бессмертии народа возникает в сердцах, словно из глубины седых веков. Древний Киев стоит перед нами, как клич истории, зовущий сынов своих на подвиги необычайные. Не для вражды, не для убийств и разорений растил вас Сталин, дорогие юноши и девушки. Он готовил из вас строителей великой социалистической державы, участников прекрасной эпохи великих работ. Вы росли мужественными и добрыми от своей доброй и мягкой украинской природы. Вы были в творческой работе, и все ваши необъятные поля уже начали петь песню вашему вдохновению. Но ненадолго улыбнулась вам история. Где вы сейчас? Сколько вас в немецкой неволе оплакивает судьбу свою? Сколько погибло? Лет через 15 вы неузнаваемо преобразили бы свою землю, посадили бы 100 миллионов фруктовых деревьев, преобразовали бы пейзаж и даже климат и жили бы в саду, прославленные своими художниками, воспетые поэтами. Нам все жити, жить і не вмирати, зерно сіять, зацвітати знов. Добре щастя нам дано багате, то велике щастя наше мати, то вітчизна, як свята любов. Як розказати об этом? Где взять слова, чтобы выразить ненависть нашу к фашизму? Фашизм обрушился на нас с чудовищной силой и жестокостью, которой нет ни меры, ни названия. Все бледнеет перед происшедшим, все сравнения, аналогии, все гиперболы. Украина в огне! На широких просторах запылали наши города и села, словно невиданные жертвенники, освещающие великую трагедию современности. Черный дым поднялся над нашей землей к самому небу, как грозный клич к мести. Кто его забудет? Кто забудет, как горели наши поля, как разрывались люди железом, и трупный смрад повис над нашей землей? Вот они, мертвецы, ползают по нашей земле, стучаться в дверь, в окна, в душу. Сам обер-бандит Геринг бродит по Украине. Ищет счастье на нашей земле. Вот он лезет в хату, в лес. Уходили на восток украинские люди, угоняли стада, увозили машины, взрывали электростанции, мосты и заводы, фабрики. Ничего не пожалели. Thank you.
героически защищались города Киев, Харьков, Одесса. Чуть не половина всей румынской армии нашла себе погибель под Одессой. Но под давлением немецких сил отступили защитники Одессы. Отступление прикрывал крейсер «Червона Украина». С тяжелым чувством отходили защитники Родины. Уносили на восток самое дорогое – оружие и веру в победу. Упала осень, пошли дожди. Степи гневом засеялись проклятиями и стонами. И слышали люди по ночам, как стонала от горя земля, и плакали вдовы. Но не гитлеровскому закону суждено управлять жизнью народов. На защиту прав человечества поднялся весь вооруженный многонациональный советский народ. Ничего не пожалел для победы. Ни богатств, ни трудов, ни страданий, ни дорогих человеческих жизней. Выдержала нерушимая дружба советских народов. Выдержал подлинно народный характер советского строя и беспредельная любовь народа к своему вождю Сталину. Вот Урал, арсенал победы, подлинное чудо современности. Здесь все основные технические силы страны Советов. Сюда к русским братьям пришли наши запорожцы, днепропетровцы, киевляне, донбассовцы, харьковчане. Все, что было лучшего, могучего на Украине, все ушло сюда со своими заводами. Подлинные чудеса героизма, мужества и пламенной преданности Родине ждут еще своих поэтов и историков. Рабочие, инженеры, академики. Герой социалистического труда академик Патон. В каждом сердце одна единственная страсть. Никогда не жить немцам на Украине. Никогда. За Родину, за Сталина. Этот грозный всенародный клич, сопровождаемый невиданной силой жесточайшего огня, металла, исполинских взрывов гнева и ненависти, несокрушимой воли народа и его вождя к победе, труда, упорства, безотказной щедрости на трудности, невзгоды, лишения, раны и кровь, долго будут помнить враги человечества. Не забыть им уже никогда ни русских степей, ни бесчисленных заснеженных кладбищ своих, ни трупов своих в Сталинграде. Вот они ползают, сеятели смерти, могильщики Европы, фашистские жалкие псы, копошащиеся на блевотинах своих. Халь, халь, Гитлер, халь, позор Германии. Долгая, суровая была зима, но тронулся лед, забушевали весенние потоки. Красная армия погнала врага на запад и вступила снова на родную Украину. Ворошиловградская область. Отшумели радостные встречи. Поплакали люди над дорогими утратами. И по всесильному закону бытия, привязанные тысячелетиями к земле своей, вышли в поле сеятели и начали сеять. Без веселых, правда, тракторов и тракторных могучих плугов, без коней. Одними коровками взялись под грохот орудий за родную землю, политую кровью, среди вражеских танков, кладбищ и ям. Thank you.
Летом 1943 года двинулся весь украинский восток. Закаленные в исторических битвах Сталинградской эпопеи, доблестные войска Юго-Западного, Южного, Воронежского и Степного фронтов двинулись в наступление на Донбасс, Харьковщину, Сумщину. Родная украинская земля словно умножила гнев и силу боевого натиска сынов своих и братьев. Вдохновленные любимым маршалом Сталиным, благословляемые и приветствуемые освобожденным народом, гвардейцы словно забывали пройденные просторы, усталость, жертвы и бросались в танковые атаки с яростью львов. И никогда, может быть, бессмертие народа не ощущалось в жизни с такой силой, как среди этого грома, пожаров и множества свежих могил. Тут гремела, падала и плакала сама, казалось, история, густо замешанная кровью, слезами, проклятиями и безвозвратными потерями. Я його на третій день у бур'яні. Не бачила, як його вбивали, тільки шукала три дні. Знайшла голова розбита, і спина розбита, і бік розбитий. Не дали прокляті віку дожити нам. То я його взяла, попросила людей, бо як привезли його на кладовище, та то і все. Ні додому не брали, вже він замер. Пане, прокляті німці, мого синочка Ваню. Вони йому стріляли у глаза, у бок, дві дірки, грудь розрізали. За що ж вони прокляті так і позначалися з мого синочка Ваню? Пішов мій синок із того боку по дорозі. Пішов проклятий німець і вразив його у голову. Ударив його в голову. Он два рази шатнувся і упав. Я тоді пішла до нього, хотіла його підняти. Не могла, мені, значить, не хватало нервів його взяти домой. Потім попрохала сусідку, кажу, я машинечка підняла, що пропав через немця, проклятого того. Принесла його домой. Посмотрела на нього, хотіла підняти, не взяла його. Он в крові і большой. Думаю, ну за що ти, ребенок, пострадав, мій дорогий синок? За що ти пострадала, дорога? Та ти заслужив, ти за що ти тут загинув? Старці і брати думали, купили вас. А за що ти будеш, ти я не можу, не можу, за що я буду. І мені проклятий німець око праве вибив, тепер я не бачу. Через проклятого німця я страдаю. Много кровавих драм творилось за этими подсолнечниками і маками. Но не успели догореть пожары, не успели люди, казалось, выплакать свои слезы, как уже все, что было живого и здорового, все вышло в поле.
Пройдут годы, забудется немецкая мерзость, сравняется с землей, зарастут проклятые их собачьи могилы. Много будет жнив, много песен на этих полях, но таких жнив, как в лето 43-го года, не будет никогда. Они останутся только в песнях и думах народа. Перенесемся на правый берег Днепра, на Волынь. Вот она горит перед нами, трагическая наша земля. Горят улицы, села. Одни только печища белеют среди пепла. Множество сел снесено с лица земли за помощь партизанам. Вот живые символы народного бедствия. Это не похоже на действительность, но это правда. Это жители села Рудни-Хачинской в поте лица тянут борону по обездоленной земле своей. Вот пахарь, отброшенный фашизмом на целые столетия назад, ползает по нивке с убогим лукошком. Вот его дети в лесах. Вот его жена. Вот его братья, защитники и мстители, украинские партизаны. Много бесстрашных, беззаветных героев видели правобережные леса. Но самым знаменитым из всех считается Сидор Артемович Ковпак, старый партизан с 18-го года. Тысячи оккупантов прокляли свою жизнь за одну единственную встречу с Ковпаком. Добрая слава простарого пошла по всей Украине. Партизаны сходятся к нему из всех лесов. Разошлись партизанские отряды по всему правобережью. Увозили раненых в боях.
строили переправы, переходили реки, болота. Если останутся живы, немногих узнают знакомые и родные. Черты сурового мужества наложила история на добрые народные лица. Закалились характеры, ожесточились души от созерцания народного горя, тяжелых трудностей и житейского невзгодия, от ежедневного выполнения суровых приговоров истории над проклятым врагом. Смерть за смерть, кровь, за кандалы, за слезы, за унижение, за страдания народа. Вот два колхозника, спасенных партизанами из немецкого застенка. Чехословацкие офицеры переходят на сторону партизан. Их солдаты уже перешли. Сейчас они встретятся. Командир партизанского отряда, герой Советского Союза генерал Сабуров принимает офицеров. Нет, не нашли себе счастья на Украине немецкие выродки. Не хлеб, а граната. Не песня, а грозный клич борьбы не на жизнь, а на смерть. Не покорность, а всенародная неугасимая ненависть. Десятки тысяч трупов, вагонов, оружия, снаряжения, множество мостов, складов уничтожили партизаны Украины. Мы, потомки славных запорожских казаков, никогда, никогда и ни за что не сложим оружие перед подлым, презренным врагом, говорит на всеславянском митинге знаменитый партизан-диверсант, герой Яремчук. Давай украинская земля под ногами гитлеровских бандитов, и фашистскую кровью пламенью, дайте мне той вогонь, чтоб навеки вечные очистить нашу землю від німецької погані. Смерть німецьким окупантам! Уходили партизаны в путь дорогу.
вспоминали боевые свои дела и славных товарищей своих, погибших за освобождение. Ушли партизаны навстречу родной своей армии, и одинокая луна освещала притихшие хаты и лес, и широко раскрытую алчную пасть тупого немецкого фашиста. Перед началом своего летнего наступления на Белгородско-Курском направлении немцы сосредоточили в этом районе 18 отборных дивизий. Наступление началось 5 июля. Бросая войска в новую авантюру, Гитлер уверял их, что это последнее сражение за победу Германии. Ценой огромных потерь в живой силе и технике, противнику за 12 дней наступления удалось лишь немного вклиниться в нашу оборону. Но каждый километр, пройденный врагом, был завален трупами его солдат и офицеров и грудами разбитой техники. Тогда, сколотив сильную танковую группу, враг бросил ее в направлении Прохоровки. Здесь разыгралась крупнейшая в истории войн танковая битва. Немцы снова были разбиты. Войска Воронежского фронта под командованием генерала армии Ватутина 23 июля полностью восстановили положение, занимаемое ими до начала немецкого наступления, и 3 августа сами перешли в наступление. Прорвав сильно укрепленную оборонительную полосу врага, войска Воронежского и Степного фронтов с боями заняли города Авдюрка, Богодухов, Золочев, Чугуев, Змеев и подошли к Харькову. Немцы оказали бешеное сопротивление. На 22 августа войска Степного фронта при активном содействии войск Воронежского фронта после многодневных боев прорвали фронт обороны врага в направлении Люботин, Коротыч, Тарановка и зажали Харьков в железное полукольцо. Началась битва за Харьков. Первая
Первым ворвался на окраину города командир гвардейского полка 93-й дивизии майор Григорий Рудик. Обнажите головы, современники эпохи! Разнесите по всему миру славу сына украинского народа! Пусть все человечество знает, и пусть знает все, какие только будут жить в поколениях Рудики, как умирал их молодой прапрадед в 1943 году. Прощайте, воин! Примите нашу любовь и дружбу на вечные времена! По противнику! Огонь! Когда после долгих жестоких боев войска Степного фронта штурмом ворвались на окраины города, враг не выдержал натиска. Вечерело. К городу подходили новые силы. Перекликались гвардейские. Смерть! Смерть погиб по освобождению Украины! Огонь! Погиб по освобождению Украины! Урила! Погиб! На оборону Сталинграда! Я! Дровзенко! Я! Кривец! Я! Довзенко! Я! Наколенко! Я! Татарин! Я! Сафанов! Я! Рыгалин! Я! Патиков! Я! 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 Thank you.
Тяжелая картина раскрылась перед освободителями Харькова. Мертвые улицы с мертвыми домами, обуглившиеся стены, зияющие дыры сгоревших окон и дверей. Убитые люди. Разграбленные, сгоревшие музеи. На месте гигантских заводов руины и пожарища. Сколько преступлений совершили немцы в этом городе и каких преступлений, этого рассказать невозможно. Злодеяний, содеянных немцами в середине 20 века в одном только этом городе, достаточно, чтобы заклеймить презрением и позором всю Германию на целое столетие. Старый Харьковский университет. Это не нищие бродяги среди руин. Это профессор университета и его ассистент среди научных своих работ, преданных огню. Здесь были расстреляны доктор математических наук Эфрос, научный сотрудник обсерватории Страшный, доктор Рахманинов с женой. Умерли от голода профессора Павлов, Раздольский, Лукьянович, Еленевский. Вот жилище умершего от голода профессора Дыбского. Вот его дочь и студенты, которым посчастливилось уцелеть. Я профессор Харьковского университета, медицинского института Лев Петрович Николаев, доктор медицинских наук, действительный член нескольких науковых иноземных та радянських товариств. З жовтня 1941 року протягом 22 місяців я знаходився в тенетах німецьких загарбників. Двічі есесерці жорстоко били мене і одного разу в квітні 1943 року статку імені Шевченка вони примусили мене копати могилу. Свій місце в Харкові був жорстокий голод. По моєму виснаженому обличчю ви бачите, які муки голода я витримав. Я заснятий на фоні хімічного корпусу, медичного інституту, гарного будинку, який німці висадили в повітря. Ось яке було ставлення німців до науки та до вчених на Вкраїні. Вот руины военного госпиталя. Здесь фашисты расстреляли и сожгли более 400 раненых наших бойцов и командиров,
оставленных при отступлении. Я, доктор Зинчеладзе, хочу, чтобы все человечество, весь мир знал бы о том страшном преступлении, которое совершили здесь гитлеровские злодеи 13 марта 1943 года. На месте этих сгоревших руин стоял двухэтажный корпус 1-го армейского госпиталя, в котором находилось около 400 тяжело раненых бойцов и командиров Красной Армии. Я, гвардии старший сержант Коробкин Павел Андреевич, раненый лежал в этом корпусе. Вот моя койка, где я лежал. Меня спасла Лидия Петровна Демочкина. Остальные товарищи, бойцы-командиры, которые со мной лежали, вот перед моими глазами лежат обгоревшие трупы. Вот братская могила. Здесь расстреляли фашисты 14 тысяч граждан города. Смотрите, живые, не отворачивайтесь от страшных наших ям. Нас нельзя уже ни забыть, ни замолчать. Нас много, нас великое множество на Украине. Не забудьте нас, отомстите Германии за наши муки. На этих балконах висели мы неделями в грозную зиму 42-го года. Вот наши виселицы. Отсюда падали мы страшными статуями на мерзлую землю, разбиваясь в куски, освещенные пожарами. Вот он пылает, родной наш Харьков, свидетельствует комсомолка Мария Питченко. Тут сидела я вязна в Густаву, тяжко мы любили, выбили зуба, брали за волосся, били об стінку головою. Страшно згадувати, загрожували повісити. Той, хто бачив, скільки нас висіло в Харкові повішаних, скільки постріляно, скільки замучено, померло від голоду молодих, старих і дітей малих, той ніколи не забуде і не простить тричі проклятій капізі Німеччині. Бодай згине вона з усіма своїми катами, світовими мерзотниками. Незабаром час розплати. Сильно, очень сильно поредели ряды харьковчан. Здесь с лица земли целые семьи, фамилии, роды. Но миновало горе, и все, что осталось живого, здорового, способного жить и бороться, все вышло на улицу со знаменами и портретами дорогих людей на радостную встречу своей родной Красной Армии. Приветствуемые народом маршал Жуков, командующий Степным фронтом генерал армии Конев и секретарь ЦК партии большевиков Украины, член военного совета фронта генерал-лейтенант Хрущев, вместе с правительством Советской Украины на трибуне. Великий исторический день. Разрешите мне от имени Коммунистической партии Украины приветствовать бойцов, командиров, генералов, офицеров, все войска, которые доблестно сражались и сражаются за освобождение нашей священной земли, проклятой гитлеризмом. Товарищи, мы празднуем в Харькове победу нашего славного советского оружия,
Мы добились этих побед под руководством, под командованием непосредственным нашего великого учителя и друга, великого Сталина! Много отважных сынов украинского народа прославили свою землю на всех фронтах. Степан Супрун, Кольчак, Тимофій Шашло, Бринько Гуманенко, Харченко Платон Ткаченко, Перепелиця Рідний, Мотуз Іван Демченко Середа, Транко Рощенко Іван Козій, Харченко Вітрук Кадученко, Коваленко Заболотний Підтиканий Молодчий, генерал Кириченко, Бондаренко, Григорій Куроп'ятников, Федір Поночевний, Борис Лях. Генерал Руденко, знаменитий братця Глінки Дмитро і Борис. Генерал Кравченко, герой Сталінграда. Подопригора, артилерист и громовержец. И множество других чудесных наших людей. И герой Союза Билык, так восхитивший дядька Шамриху, что он забыл, казалось, все на свете. И принимая дорогих гостей своих, героев, защитников Родины, вспомнил свою молодость, когда он, артиллерист Алексей Манилович Шамриха, грозный враг врагов Отечества, уничтожал проклятых и в 4-м, и в 15-м, и в 16-м годах. А какие были боевые товарищи, а какой он сам был товарищ. Словом, падали враги за каждой чаркой десятками, сотнями. С жестокими боями ворвались войска генерала Рокоссовского на Черниговщину, заняли Глухов, старую гетманскую столицу. Пришел и на нашу улицу праздник, с журбою радость обнялась. Глуховские партизаны, народ, армия. Конотоп на Черниговщине, тихий чудесный городок. Смотрите, весь в садах, в хлебах, с хорошими ласковыми людьми. Где они? Почему их не видно? Сколько их погибло в Конотопе, Сумах, Новгород-Северске, Кременчуге, на руинах Чернигова? Не осталось ни одного целого города, ни одной станции. Артемовск на Донбассе. Он похож на все другие города. Бесконечные кладбища фашистской падшей солдатни и всюду горящий наш хлеб. Краматорск. Город знаменитых заводов. Здесь немцы мучили наших рабочих и сами пропали в огромном количестве, оставив назидание потомкам целые поля кладбищ.
Сталіна. Генерал армии Толбухин и генерал Гуров принимают невиданный парад немецких войск. Сталина! Да здравствует Сталин! Да здравствует маршал! Да здравствует победа! Рабочие, техники, инженеры, горняки заполнили площади. Слава освободителям! Слава непокоренному народу! Мариуполь! Сколько радостных встреч в истрадавшемся разоренном городе. Вот Барвенкова. Знаменитые кровопролитными боями. Страшные злодеяния творились на широких барвенковских просторах. Сколько наших отцов, матерей, братьев проклял здесь Германию. Сколько слез пролито над замученными родными людьми. Шахта Серго. Здесь палачи Гитлера погубили много молодых рабочих. Постреленных бросали в глубокую шахту. Но мертвые поднимаются уже из страшных своих ям. Берегитесь, мастера смерти, убийцы наших рабочих, разорители Донбасса. Прах и дым всеми любимой Полтавы. Раны, нанесенные немцами этому городу, огромны. Разбитые в жестоком бою и разъяренные поражением Гитлера звери истребили здесь почти всех жителей. Расстреливали подряд, сжигали в огне горящих зданий, давили гусеницами танков, взрывали на минах, угоняли в неволю, уничтожали хлеб. Какими придут народы к торжественному столу победы, трудно судить. Много еще боев впереди, много пожаров. Но одно уже ясно. Украинский народ придет со следами тяжчайших лишений. Сочтет ли мир его раны? Сочтут ли народы погибших его сынов и дочерей? Сожженные города, снесенные с лица земли села. Эта хроника... Одна лишь страничка великой трагической книги народа. Сколько страданий принесли на нашу землю немцы, не с чем сравнить. Это войдет уже в века и останется в истории человечества как явление беспримерное. Ужасы содеянного фашизмом долго будут потрясать воображение, передадутся в поколения и будут вырываться тяжелыми стонами в снах правнуков. Но и в века уже мы, обогренные кровью, завещаем то, что несем в сердцах своих сегодня. Ненависть, презрение, беспощадную месть проклятым врагам, разорителям нашей страны, чтоб не осталась неотмщенная ни одна материнская слеза, чтоб на тысячу лет прокляли немцы день, когда посягнули они на жизнь и свободу народов. Бейтесь же, воины великой советской земли!
Сокрушайте врага, уничтожайте, гоните его! Здравствуй, Днепр, великая славянская река! Много слез и крови отнес ты в Черное море детей наших. Мутна твоя вода. Вперед, Украины, сыны и братья воины! Слава вам! Мы существуем уже как победители в этой гигантской борьбе и такими останемся в истории на нашей иссеченной ранами, но прекрасной Украине! В Киеве, Львове, Буковине, от Дона до Карпат! Это наша история, наша жизнь и бессмертие!